день флага и сувениры в виде флажков. Кругом-кругом. Скульптура, посвященная Деве Марии. Без вкусняшек не обойтись, тут очень все любят вкусненькое поесть. Милота, вот каждый день прогуливаюсь и всегда восхищаюсь этим районом. Тишиной, чистотой, спокойствием, красотой. Тут круглый год. Одни отцветают цветочки, другие сразу же появляются. Нравятся мне эти экзотические растения, кактусы. Не нравится, это вообще восхищаюсь. Игрушечный магазин, магазин канцелярских товаров, копии. Отдыхает. Собаки тут такие же спокойные, как сами перуанцы. Тут тоже кондоминиум. Как может это не нравиться? Конечно же, мне это все нравится. Ой, дерево, как вам? Необычное. Машинки здесь ездят. Ну, дальше идем. Машина встретилась на пути. Гуляет одна дама с двумя собачками, это она работает так. И вот так поливаются растения. Вот тут очень хорошо слышно пение птиц.